Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить дополнение Far Harbor Fallout 4. Собственно, я словил баг с вот этим вот стелсом, сука. Но, в принципе, я с ним справился, поэтому все хорошо. Интересная получается вот эта вот завязочка. В плане, девка не знает, синт она или нет, но... Я не думаю, что все люди, которые не помнят своего детства, являются синтетиками. Ну, согласитесь, это бред. Но тут на сцену выходит более интересная история. Задумка синтов и какие-то движения детей атома. Давайте посмотрим, чем это все кончится. В любом случае, пускай наше задание привести эту девку, но я думаю, по пути... Мы, собственно, найдем способ, как ее отсюда выковырить. Так. Теперь отправимся к детям атома. Далеко это пилить-то? Да, не близко. Но если вот тут вот прямо пойти, то... Мы вброд можем пересечь довольно-таки большой канал. Вот, я с этим багом пробегал полсерии. Ну, вы ее, конечно же, не увидите, потому что там все было забаговано в говно. Там не работал ни пибой. Ну, то есть, пушка вроде стреляла, но ее в руках не было. Были просто вот руки. Короче, все было прекрасно. Я попытался убить этих детей атома, но так и не смог добраться до заветной цели. Поэтому будем проходить так, как хочет того игра. Так, простите, если вам слышны посторонние шумы. Просто лето, окошко открыто. А дебилы орут. Ничего не меняется. Whatever changes. Так. Да, вот они, фонарики, похоже на то, что мы пришли. Не, нихера, это какие-то... Это какие-то... Ублюдки. Нихера. Так, ну я иду на приступ. Ты меня там прикрывай. Он большой какой-то. Ладно, насрать. Чё вы тут делали, дебилы? О, понятно. Наебнулся. Высоковастенько тут у вас.
Кого-то загрызли. Палатка. В палатке можно спать. О, антират. Антират — это всегда хорошо. Ладно, пошли вброд. Ну а как иначе-то? Другого перехода я не вижу. Надеюсь, тут огромные гуси не водятся. Ну, у меня новый левел. Хорошо. Давайте подымем выносливость. Почему бы и нет? Так, сделаем тут сейф. Что такое? Прыгай. Риктор, please, you can't do this. We've been loyal. It's Grand Zealot to you, and your dedication has come into doubt. You need to prove your faith. One of you may return to the fold. The other will return to Adam. Риктор, this is insane. You can't expect us to. Ну ясно. Will there be anything else? That'll be all, sister. Thank you, Grand Zealot. You. What are you doing here? Did Far Harbor send you? Нет, я из Содружества. It's okay. I'm not from Far Harbor. I'm from the Commonwealth. Hmm. Quite the journey. So, explain to me what you're doing here. You come seeking a place among Adam's children? Да, я хочу к вам присоединиться. I'm interested in joining. Sign me up. Decisions of who may enter our family, we leave to Adam. You'll have to perform a ritual. Prove yourself worthy in his eyes. Да, я исполню волю Атома. I'll do what Adam requires. Then let us hope he deems you fit. There is a small spring not far from here. Drink from it. Follow where it leads. You come back, we'll discuss you joining the faithful. Да, интересно. Так, выпить из источника, да? Ну пойдемте, хули, выпьем из источника. Я думаю, меня облучит так, что мне волосы вылезут. Ох, блядь. Ну это ладно. Тут вообще все вымирает к чертовой бабушке. А ты мне пить из этого говна предлагаешь? Ну пиздец. Пятьдесят роды. О, вштырило. Давай, 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 давай. Смотрите-ка, вштырила. Они бессмертны. Ну ладно. Напоминает грибы из Far Cry. Ну это ладно.
Oh. Да иди ты, блядь. Плющит-то знатно. Ах ты, сука. Так, хватит. С меня этой наркомании. Где он? А хватит меня мутить, я ж не вижу ни хрена. Да понял, я понял. Гулей херова гора. Даже не вздумай вставать, сука. Need a password. Must be some clue around here. Это записка. Need a password. Must be some clue around here. Вот это вот что ли? 99 90 68. M O T H E R. Mother. Could that be the password? Да ебись оно трехфазным током, блядь, чтоб я еще раз пошел куда-нибудь. Рядом находятся враги. Ты уже всех убил? Тогда валим отсюда. Я не против, конечно, перебить их всех, но я зашел, перебил и не смог воспользоваться терминалом. Потому что там было отключено питание или что-то. Я, короче, не понял, что с ним делать. Поэтому вот так вот. Ну, теперь да, теперь я, наверное, смогу зайти туда. Я же, типа, стану детем атома, вся хуйня, да? Угу. Back more than I expected.
Did Adam reveal something to you? Там был яд. Показать титул, короче. I drank from the spring, and a woman led me to this icon. Does this mean something? A woman led you to that icon? What woman? What did you see? Тень, окутанная туманом. It was otherworldly. The woman, she was like a living shadow, cloaked in mist. Adam above, you really did see her. The mother of the fog. The mother is a messenger from Adam. Acts as a guide to those important to his plans and the future of this family. She's the one who led the first of us to this place. And if she revealed herself to you, then I'd say the path he's laying for you is clear. If you are prepared to take the next step, then I believe there is a place for you among Adam's children. I am ready to follow his path. Then it will be so. You gone off your rocker? You can't seriously be thinking of joining these crazies. Head inside and present the icon to the High Confessor once his sermon is done. He'll be interested to see that. Once you've spoken with him, you should come see me. Have a task I think you'd be useful for. And here, some more appropriate attire. But know this. We are all devoted servants to Adam here. Messenger or no, actions against the family will not be tolerated. Welcome, brother. Вот это вот. Ладно, давай. Теперь я могу зайти внутрь? Да, хорошо. Отлично, прекрасно. Ну я понимаю, ему это не понравилось. Ну хули делать? У нас такое задание. Задание должно быть выполнено любой ценой. They are doomed, brothers and sisters, and they know it. The people of Far Harbor need only peer out their windows to look upon the face of Adam himself, given form in holy fog. Yet no matter how inevitable Adam's reign in this land may be, they deny it. Scoff at us behind their condensers. Kill our missionaries. Slay those who only wish to bring them the light. No longer. After years of skulking in the shadows like whipped dogs, our purpose is clear. And I know the key to our victory lies within the nucleus itself. We will claim the... Прикольно. Secrets hidden away by that accursed robot. And with them, we will wipe Far Harbor from the island. Adam's veil will roll down its streets, holy fog cleansing the land of their heresy. And when we are finally granted division, it will be as heroes. A new day dawns, brothers and sisters. Glory to Adam! Glory to Adam! Caution, brother. Last child who tried to claim the... А, потом расскажешь. Короче, меня хавает радиация, это меня вообще не греет абсолютно. Оружейный верстак. Короче, useless things. Ладно, пойдем отсюда вам.
вырубим. Try to steer away through that flashing maze of death. Or we could head back to Far Harbor. Have a drink. Так, ну все, давай, сохраняемся и... Eyes open, something stopped. Не возмущайся. Давай, иди, 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 вали его. Что это меня всекло так? А, ну да, точно, я вспомнил. Короче, я до этого играл на, ну, на самом высоком уровне сложности. И получается, короче, вот так вот. Очень низкая, низкая, очень низкая. Да сука, переключись ты на нормальную, ну. Ну, на высокую, но... Вот так вот. Короче, я охуел и играл на очень высокой. А нахрен мне этот геморрой? Ой, это я зря. Короче, он меня разъебывался буквально с пары пуль. Вот. Да, это было неприятно. Мне колу. Блять, патронов нет. Вот это вообще сурово. У меня с патронами что-то беда. Чё, в параше турель, что ли? Чё-то как-то слишком сурово. Сканеры детектируют сентиент жизнь. Ох ты, сука. Слышишь ты, говноробот? Так, ну чё, откроем это говно?
Ну вот, писала вот точно то же самое. А что с ним делать, я не знал. Получить доступ. Мне удалось выяснить, что самое дадатары там. Но а как это включить, я что-то в душе не ебу. Won't be able to hack this. I think it wants you to stick your noggin in there. If I were you, I'd decline the invitation. Ну не знаю. Просто я не вижу тут никаких кнопок. Вот оно. А, сука. Она же меня поломает сейчас. Она же меня сейчас поломает. Беги! Беги, сука, беги! Даже так? Блять. Уровень сложности там все тот же остался. Сейчас посмотрим. Очень высокая. Да переключись ты на что-нибудь нормальное. Ну что ж ты как этот, блять. Все, на нормально. Нахуй. Да дай пройду, кривой дебил. И ты прекращай там стрелять. Так. Ладно, пробьемся еще раз. Так. Допустим. Меня подперло. Оно еще и живое, ты прикинь. Вообще досадно. Посмотри на это, падла, а? А я думал, оно меня забаговало. Терминал. Давай, открывай уже. Ну вот, автосейв. Откуда вышла эта тварь? Я ж тут не было. А вот откуда она вышла. Ненормальная. Ну, только к одному есть доступ. Давайте посмотрим.
If you're listening to this, then you made it inside my memory banks. Take a moment. I know it's a lot at once. Чё? The architecture you're seeing is data. My data. When I'm plugged into the chair, this is what I see. You're using an earlier version of that technology, a brainwave scanner instead of a direct neural wire. Look around. Do you see that yellow column in the distance? That's long-term memory storage. That's your goal. But you can't just retrieve that data yourself. One of the programs loaded in that holotape is called the Indexer. They're represented by the friendly green sprites milling around. Do you see them? The Indexers have one purpose, to get the data in the yellow column and bring it back to the memory access point. You need to help them get there and back safely. Once they've recovered all the data in the memory, the program will translate it into something you can understand. If you ever need to leave the simulation, then don't worry. Nothing gets reset. You can keep going from wherever you left off. Так я сделал то, что надо было сделать, или нет? Good. Now you just need to create a path to the data with code blocks, and your indexers can get to work. Что это такое? Но, видимо, падать вниз я не могу. Что это за паразиты? Есть у меня, конечно, одна задумка. Но прикол в том, что фаерволов-то больше нет. Да. Что-то я не особо понимаю, как это работает. Ну выпусти меня отсюда. Фу.
Ладно, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Я уже что-то подустал. Это третья или четвертая серия подряд. Ты что делаешь? Сейчас же на тебя оденет эту капсулу. Не надо. Ладно, всем пока, всем удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых видео.